будет заряжать свою пушку. И у него это получается. Но Артем Зеленков только без травмы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там какие-то конструкции железные. Наш мальчик. Зря он так большая нагрузка достает. Рухает, второй раз ногу сюда попадает. Опа, вот так можно и травму получить. Как раз Розалин Пинчин здесь за мячом бросился. Вроде бы все нормально. Снова тащит мяч, Гапет там очередной цирковой номер исполняя, рисковал вновь получить травму. Bring back in the field, that ball boots